Пикантное фото собрало почти 800 тысяч лайков за несколько часов. Эмили Ратаковски, считающаяся одной из самых сексуальных женщин в мире, совсем не стесняется делиться откровенными фотографиями в своих соцсетях. В этот раз она опубликовала снимок, на котором она предстала в крошечном купальнике, позволяющем ей демонстрировать подписчикам свои идеальные формы и бронзовый загар. Next Week, на следующей неделе, Анду заинтриговала поклонников модель. Всего за пару часов пикантное фото набрало свыше 800 тысяч лайков и около 3,6 тысячи комментариев. Большинство интернет-пользователей восхитились чувственным снимком Ратаковски и написали ей многочисленные комплименты о ее красоте. Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски сделала чувственное фото без макияжа в ванной.